Тили-тили-ти-тили-ли-тили-ли-ли. Ну как для людей донести, что такое парасомнамбулизм, что такое инфодайинг, как войти? Вот как войти? Ты знаешь, как войти? Ну ты знаешь, как войти. Ну, да. А как людей туда привести? Вот я и задумалась. Когда человек находится в состоянии биоробота, когда у него выключены чувства, когда он, вот он бежит, как белка в колесе, у него утром надо постирать, убрать, на работу добежать, продуктов купить, приготовить, мужа покормить, потрахаться, быстренько в туалет сходить и спать. Все, душ закончилось. Вырубился, утром встал, снова опять по звонку и снова побежал. У него нет момента остановиться и задуматься. Кто из людей задает вопрос, зачем я живу? Эти вопросы задаются на пенсии. Ну да. Замечу успешными людьми. Когда он уже воткнулся в точку, деньги есть, дети выросли. Все есть. Все есть. А зачем? Жизнь прошла. А что ж я делал? А что теперь? Угу. Давай я Богу помолюсь и пойду грехи откупать уже. Вот так живут все люди. Это тебя оглушило сверху, зачем ты живешь. И меня оглушило, зачем я живу этими вопросами. Большинство людей не оглушается. А даже если оглушило. Ну вот реальный путь, вот, который, ну я, например, буду говорить по себе, я проходила. Да? Куда сразу идешь? Идешь сразу в церковь, потом куда ты идешь? Не нашел там Бога. Идешь к суфиям, не нашел там Бога. Ну, у меня последовательность была другая, да? Едешь к буддистам, не нашел там Бога. Зато нашел массовые психотехники, и это вдруг интересно, да? И потом пошло, это путь в себя. Это путь в себя. И это путь длиной уже много лет. А что, человек так проходит? Нет. Видишь, у тебя было так, а у меня было немного по-другому. У меня было более спокойно, но при этом какое-то такое... Вот у тебя было поверхностно, да, выхватывать? Ну, то есть ты и туда, и в церковь. Я даже при всем при том, что у меня род, он, ну, там, как это называется? Молятся, кто там ходит. Православный. Церковный. Ну, короче... Воцерковленный. Да. Верующий. Верующий, забыла слово. Верующий. Меня все время с детства, меня немного напрягало это все, и я редко, очень редко ходила, но если приходила в церковь, то меня там тоже напрягало. Во-первых, я чувствовала злость у людей. Злость внутри, скрытая злость, это всегда чувствовала я. И меня вот этот вот... Меня удивляло это, то, что я чувствовала, и то, что я видела, и то, что говорят. Во-вторых, разрыв вообще. Я так сильно это чувствовала. Во-вторых, я когда была совсем маленькая, у бабушки каждое лето проводила. А она Библию наизусть знала, причем старую Библию такую помню. Там страницы, они прям желтые такие, и такая большая. Она ее наизусть знала, и она вечером, каждый вечер, она каждое утро, и каждый вечер она читала что-то, но она наизусть. Она могла вот просто открыть страницу, посмотреть и начать говорить. И я сидела маленькая, слушала, я смотрела на бабушку, и я понимала, я не знаю, сколько мне было, может лет 6, может 8. Я на нее смотрела, и каждый раз я думала о том, что она, вот я прям чувствовала, что она читает, она говорит, но она не понимает. Не понимает то, что она произносит. Вот я маленькая. Сейчас я уже понимаю, о чем это были мои мысли. И действительно так есть, что между строк. Человек не ухватывает суть между строк. Суть между строк. А то, что словами, это какая-то такая вода непонятная. И я вот это ребенка хватала. Потом дальше у меня... Ну, просто как-то жизнь. Я вообще такой человек, жизнелюбивая очень. И, ну, как просто вот мне нравилось жить, я не могу долго находиться в каких-то депрессивных состояниях. И я просто жила, но при этом я всегда чувствовала, что во мне есть... Вот я как носитель каких-то знаний, вот натурально. Я чувствовала, что они как все равно подпирали меня. И я знала, я в 13 лет знала, что моя жизнь после 50 редко изменится. Я маме даже говорила это, что у меня в 13 лет мне было, что у меня после 50 будет жизнь другая. Она как-то так к этому относилась. А я просто и так вышла. И я знала, что мне надо встретить человека такого же, как я. Я это знала, вот просто знала. И когда я с тобой... Вот я тебя, помню, увидела в Ютубе. Мне так, ты дышь, мое. Вот я прям родное. Все, и я пошла. И все, вот оно. У меня вот такой путь. У тебя немножко другой, а у меня как-то он более, знаешь, носитель в себе. Ну, видишь, я начала с внешнего, и я потом начала втекать, 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 втекать. А я
И стало очевидно, что все в человеке, что нету ничего. И дальше самый большой момент, вот этот переходной был, подмена. Ты идешь вовнутрь, да, но при этом тебе говорят про космос, вынеси внимание, мы уходим к звездам, мы расширяемся. Мы там, вот даже эти загрузки основные у психологов, у психотерапевтов и у экстрасенсов, да, мы там над городом, мы там расширяемся, мы идем к звезде, вот там такое пространство, там такое, все в космосе. А меня все время удивляло, зачем вы идете в космос, если надо идти вовнутрь, да? Но при этом мне очень сильно повезло встретить в своей жизни. Во-первых, это Нарбековская школа и Суфийская школа. Во-вторых, мне очень повезло, что мне попала сама методика Бродникова. Именно запатентованная часть. Я говорю сейчас о патенте, то, что там у них в патенте. И вот эти упражнения, которые физические упражнения, которые мы исследовали в Академии наук, они вот как раз получилось в яблочко. Просто прилетело в яблочко. И я видела, как они включают чувства. И во мне же тоже это все отражалось. Я же сама тренировалась, я все проживала на себе. Поэтому вот этот момент использования физических упражнений, он тоже дал свой эффект. Но при этом надо было вот здесь очень остро фильтровать лабуду. Да? Вот тот мусор, который валится за ядром. В принципе, в психике это нормально. Есть ядро, да, есть диск. И вот диск зачастую забит у человека так мусором. И он потом формирует ядро, и ядро формирует следующий диск, да. И получается, вот этот вот мусор надо было научиться видеть. И вот это уже был дальше путь. Но в любом случае, это был момент вот этого первого озарения, включения себе, зачем я живу. И этот стоп, это осознание. У меня тогда, кстати, очень круто поменялась жизнь. Я же тогда ушла с Volkswagen, и понеслось. Все, у меня пошла другая стезя вообще в жизни. То есть это был переломный момент, и он достаточно такой грубый и резкий был. Вот. И вот этот вот момент, это момент как просыпание, как пробуждение. Этот вопрос не давал покоя. Искал внутри, и искал внутри именно ответы. И вот сегодня, когда мы уже работаем с людьми, мы понимаем, что есть там вопрос аутизма или тяжелого заболевания. Ведь это точно такой же вопрос, только у меня не было там возможности зацепиться за физическое здоровье или за отношения, или еще за что-то, чтобы мне еще причинило боль, да? Или лишить материи, я к ней очень спокойно относилась, там разбить машину или еще что-то. На мне бы это не отразилось такой болью, да? А вот эта внутренняя боль, поиск себя, да, вот она была действительно очень сильная. Вот. А есть люди, у кого там болит, ну, потому что там онкология, там, или там геморрой, или там аутизм, или там ДЦП у ребенка, или еще. И это боль. И именно эта боль пробуждает человека, именно она останавливает человека, она возвращает вовнутрь. Что делают люди? У них болит внутри, они бегут наружу. Спасите, помогите, вылечите. Вместо того, чтобы войти вовнутрь и разобраться. Уже даже болит, разворачивает тебя к себе, разворачивает. Нет, все равно вовне спаситель. И вот они идут за спасением в медицину, к врачу. Пожалуйста, отпустите. Врач отпустит, тебе полегчает. Но ты же проблему не закрыл, значит, она выстрелит в другом месте или перейдет в хроническую форму. Или еще что-то. Надо разобраться с проблемой. Да. Она внутри. Тебя развернула. Да. И вот этот вот момент разворота, ведь он же был и у меня в психотехниках тогда, когда вот пришли к гипнозу, да, вот уже клуб самогипноза был, когда вот тогда развлекались на клубе, все, и стало очевидным, вот этот переход вовнутрь. Сомнамбулизм, дальше ничего нету. И вот этот переход в парасомнамбулизм, а это как ступенька, как провал. И этот провал полностью рушит, заметь, рушит. Он рушит всю таблицу Каткова, он рушит все представления Павлова об инстинктах и реакциях. Он переходит на осознанность, переводит, да, человека, когда, если ты осознан, то ты можешь управлять всем. Да, инстинктом управлять тяжело, у тебя он срабатывает, но ты можешь научиться его наблюдать, и ты можешь научиться его контролировать, и ты можешь сформировать другой инстинкт, другую реакцию. А это уже про изменение себя. Это сложно, да, это сложно. Иногда человеку на изменение одной реакции своей требуется целая жизнь, да. И не одна. А здесь получилось, ввалившись в эти состояния, и пошла информация изнутри, а изнутри есть вся информация, ты пришел к себе. Да. А дальше путь к себе, ведь мы когда в тор входим, да,
если брать как информация по Тору записана, у Тора большая сердцевина, до точки еще далеко. Да, и помнишь, мы так это как четко это чувствовали? Да. Мы да. понимали, что мы вошли, да, в сердцевину. Мы вошли в сердцевину, дальше? Да. А дальше целый путь, и дальше весь этот путь мы вот описывали через надсознание, да, через подсознание, через глубину. А, все эти вещи описаны, но в точку мы пришли, и вот сейчас мы ее четко видим, четко. Осознаем. И вот сейчас вопрос. Во-первых, вопрос, как развернуть человека с внешнего вовнутрь? Вот даже близкие наши люди, они слушают, понимают, плачут, признают, снимают фильмы там и так далее. А дальше вопрос. Ну так объективный же мир существует? Ну да, да, наши близкие, они уже и слышат нас вроде бы, да? И в то же время, у них, они сейчас находятся в таком разрыве небольшом, да? Да, когда, в промежутке. Да, да, в промежутке, на самом деле в промежутке. Когда они вроде слышат, но малейшее что-то новое закидываешь, и у них тут же ты еще пять. Ступор, да. Куда, куда еще? Да, да, мы да, и так да. уже заволокли неизвестно куда. А представляешь, люди, которые вообще нас не знают, для которых мы неизвестные, которых, которых вообще сразу начинают воспринимать как религию так... или как бред. Потому что в себя-то заглядывать больно, да, проще да, сразу да, зачерпнуть да. и выкинуть. Да. И я когда читаю, вот на Ютубе там пишут, там вообще очень активных 3 человека, и у меня каждый раз возникает вопрос, ребята, 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 вы так зацепились за внешнее, вы так не хотите взять ответственность за свою жизнь, но при этом вас лихорадит внутри, да. рвет внутри, рвет просто на части рвет. И чем вы дальше уходите от себя, тем вас больше еще больше, больше будет рвет. Рвать. Потому что вы дальше, 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 а и вы пытаетесь там? Эту боль компенсировать да. через нас, не выйдет, мы снаружи для вас, да, да. а вы для себя внутри. Да. Вы можете это только разобравшись с мы собой. Мы целостны, мы и внутри, и снаружи, да, а вы для себя, далеко от себя ушли. А вы ушли. Так вот, вот этот разворот, вот когда мы продумывали курс для начинающих, ведь вот эту ступеньку в парасомнамбулизм или в состоянии инфодайвинга, то есть парасомнамбулизм – это начальный переход, а состояние инфодайвинга – это более глубокие состояния. Это то, что в патент пошло. По сути дела, это открытие для всего человечества. Пока люди не осознают этого, это даже в Беларуси не осознается. Даже вот мы сейчас с патентным бюро опять будем обмениваться бумагами. Не осознают глубину, не осознают сути, не осознают, что это, меня блин, это потянут, человечество, да. Беларусь делает знаменитой на весь мир. Это вообще, это шаг, шаг. Один всего лишь шаг, один только шаг, но к себе. К себе. К тому, о котором мы читаем в сказках, о которых мы читаем в истории. Были как, люди какие-то такие, которые могли, строили такие красивые здания. Мы сейчас не можем повторить. Это туда. Туда, туда да. в те знания, к самому себе. Ведь они всегда есть. Это вот этот шажок в тот мир. К самому видишь, себе. У человека это разбивается о представлении, во-первых, что женщины сидят, да, да привыкли. Да, если б сидел да. ученый муж и сказал, это Академия смотри, наук сказала. Смотри, шаблон, точно, смотри. Картинка изменилась, смотри, научный муж, ой, мужчина, да, научный человек, одет прилично, то есть там какие-то, ну смотри, какие-то рамки, да, то есть костюм, там какая-то студия, и он говорит, то есть смотри, все шаблон, вот тогда этому можно слушать, этого верить, да? Ну, так, а так, когда а живешь, сидят ты легко, по шаблону живешь? Легко, смотри, какой парадокс, да? Да, так человек по шаблону, Новый год, надо поднять да. рюмку, сказать да. тост. 14-го да. после Нового года надо замочить. 8 вот марта праздники. Подарить да, цветы. Потом покрасить да, яйца, потом да, еще что-то. Да. И пошло, пошло, пошло. Вот прям прописано и по прописанному, как по точечкам. Автомат. Вот это же автоматы есть. Перфокарта пробита, да, набита да. вот это вот, и, когда ты должен так да, видеть. И механизм запущен, все. И человек просто тупо выполняет все вот эти прописанные. И вся жизнь по перфокарте и в конце, за 30 минут до смерти, блин, и вот это опять. Озарение вот это жизнь. В конце, когда ты сам с собой встречаешься. И вот это вот действительно... Суд Господень. Да, вот это действительно суд. Суд самого себя. Получается, ты встречаешься с самим и это себя, боль, собой. Это жесточайшая боль, это когда, боль когда ты уже все. Жизни напрасно. Ты уже все, а ты сейчас в эти 30 минут или 20 минут, ты осознаешь,
что ты, у тебя были такие возможности, а ты их просто пробежал, не заметил. Просто прошел по шаблонам. По тем же, смотри, как человек, как человеку очень легко списать какие-то свои характеристики, да, на астрологию. А я там водолей. Вот оно почему со мной так происходит. Все понятно. А, я козерог. Ой, ну все, вот это... Смотри, когда. И вот все прописано. И человек это вот идет по этому и себе оправдывает, и уходит от у себя. У меня муж Овен. Ну что с него возьмешь? Баран-баран. Вот, все, понимаешь? И объяснился. И просто, и получается, снял с себя... Желание развиваться, да, вообще самому. Возможность проснуться. Проснуться зачеркнул. Вообще, да, просто зачеркнул. И то спи есть... дальше угу. Беги по этой перфокарте, по набитым уже дырочкам, и все. И в конце боль, и в конце боли, потом с болью ты уходишь, и с болью ты просыпаешься. И потом родители виноваты в том, что да, ты такой. Да, и пошло. Но суть в том, что как вести в это состояние человека. Вот когда начинаешь разбираться, понимаешь, да, физическое тело обязательно, расслабить физическое тело и так далее обязательно, это будет на курсе. А следующее – это научить человека различать. Просто различать, не представлять, не думать, не понимать, а на уровне тела различать. Отличить эмоцию от состояния и от реакций. Вот хотя бы эти три кита должны быть идти, когда человек не может, он осознает, вот сейчас идет реакция, а сейчас идет эмоция, а сейчас идет состояние. И я могу здесь состояние изменить, например, злость заменить на радость, а эмоцию оставить ту же. И посмотреть, как развернется игра. Позволение, а потом изменить реакцию. Позволение себе. И смотри, позволение, и самое важное, это доверять себе, это значит, смотри, какой парадокс. Вот человеку вот на курсе надо показать это. Доверять. Что значит доверять себе? Это значит отключить ум. Смотри, какой парадокс, да? Парадокс. Довера себе, отключи ум. Не рассуждай сейчас, не умничай, не привязывайся. Ведь ум, он привязан к ограничениям, к шаблонам. Да. Но при этом. Удали этот. По парадоксу. А по парадоксу как ум? Те же самые буддисты. Вот ум отключают, вот они отключают этот ум, и потом стада животных браздят просторы океана. А ведь это не об этом. Там же ум надо. Надо. Это шифрация информации. Вот он тетраэдер. И оттуда. Да, по парадоксу будет работать. Да. И получается, с обратной стороны, тебе надо обязательно, чтобы у тебя работал ум, но он работает в режиме дешифрации информации. Это другой режим. И этот режим тоже надо научиться режим различать себе. И включать. Да, слышать себя, доверить себе, слышать себя. Доверие, а потом смотри, доверие диск, и потом сжать в знание. Да, так я же говорю, четко вот оно. Четко сжать в ядро знания. Да. И этот человек должен абсолютно четко в себе осознавать и чувствовать, вот я доверяю, и я теперь сжимаю, пошло прямое знание. Да, я а первое что? Позволить. Позволить. Да. Позволить. Смотри, позволить себе быть сумасшедшим. Ну, в этот момент я буду сумасшедшим, я позволю, я посмотрю. И это такой кайф. А смотри, парадокс, позволить себе быть не таким, как все. Не таким, как все, не шаблонным. А теперь смотри, все тиктоки, все. Мы не такие, как все. Да. И, кстати, ты правильно сейчас заметила. И парадокс, вот это не такое, как все, демонстрирует дебилизм. А на самом деле ты можешь войти в глубину, и ты не такой, как все. Но это о знаниях. Да, смотри, ты сейчас что сказал. Ты что сейчас сказала? Народ даже этого, он пока... Смотри, то есть он как дитя, который ищет где-то что-то. И вот этот ТикТок, он действительно об этом. Смотри, не такие, как все. То есть направление правильное, но при этом не включается вот как раз-таки... Наружу направление, надо вовнутрь. Да, офигенно вообще. Это как ребенок, который бежит, и его надо вовремя за шкирку схватить и развернуть, чтобы бежал в другую сторону. Да. Пока ты обучаешься. Вот так и вот, жизни. Да. И вот, кстати, на самом деле, что может человека развернуть вот просто? Ну, вот сейчас мы, допустим, мы можем на курсе, да, вот на этом, на курсе показать человеку, да, мы показать, мы развернем, покажем, да, а вот без курса нашего, как человек но может? Ну, мы инстаграмом, что мы делаем? Мы макаем точно так же, разворачиваем, в унитаз макаем. Ну, хорошо, без инстаграма, как человек без нас, ну, я имею в виду без того, как, без пути, через да? Боль. Через боль, только через боль. Другого пути. Для того, чтобы человек начал идти к себе, возвращаться к себе, только боль. Только боль. Только боль. Любая, причем абсолютно любая. И когда у кого-то что-то маленькое болит, да, слабенькое,
скажи спасибо самому себе. Что тебе вот просто намек такой, ты сам себе дал, развернись. А когда уже конкретно, то это ты просто сам себя, прям как котенка в этот, в какашку хотела сказать. Куда ты гадишь сам себе? Посмотри. Понимаешь? Вот. Только через боль. Поэтому наш курс, это на самом деле то, что человеку без боли. Без боли развернуть к чувствам и разобраться со своим телом. Причем с телом, смотри, когда говорят психоэмоциональное состояние, вот это когда сворачивают все в одну кучу. В одну кучу можем свернуть мы, женщины. Но когда говорят об этом психологи, психотерапевты, мужчины, и сворачивают, кстати, психоэмоциональное состояние, это и по психофизической подготовке, психофизической тоже свернуто в одну кучу. Там тоже это все идет в одной куче, и это делают мужики. И я смотрю и думаю, а кто я как женщина имею право свернуть все в одну кучу, а вы, мужики, должны были разложить это по полочкам. У вас полочки есть, а парадокс в этом и состоит. Вот оно, ум. Вот оно. При этом ум свернул все с полочек, да, скидал в одну кучу. Да. А на самом деле, если мы начинаем заниматься психоэмоциональным состоянием, да, душа – это отдельно. Следующее – состояние. Состояние – есть состояние сознания, а есть состояние физического тела. Есть реакция в физическом теле. Вот она пошла, есть женщина, реакция раскладывать сознания. Все по полочкам. То, что говорят, женщина, да, спрашивает, так вот женщина. Есть эмоции. Да. Есть эмоция в физическом теле. Да. Есть эмоция, которую вы давите внутри. То есть эмоция снаружи, есть эмоция снутри. Она разнонаправлена. Давайте разберемся, когда у вас куда работает эмоция. И к каким результатам она приводит. Если вы хотите прожигать реальность на результат, так давайте мы разберемся, когда вы прожигаете хаотично, как палите во все стороны, муж от меня сбежал, а чего он... Так ты же его расстреляла уже 50 раз. Конечно, он от тебя сбежит, это же невозможно уже жить, когда ты воняешь направо и налево своими пулями ядовитыми. Как-то смертельным газом. Класс. Чтобы сразу, ребята, и образ был, как они эмоциями разбрасываются, да? Но удивляет, что сваливают в кучу мужики. Кстати, и под на Ютубе пишут очень много мужиков, что меня удивляет. Это вообще, насколько надо было, чтобы ум атрофировался, деградировал, да, перестал различать полочки и все. Ну, это вот эта узость ума. Это узость, вот это, да, и есть то, что, потому как что это Сатя там говорит, да? Женщина пришла в магазин, тух-тух-тух-тух-тух, а мужчина... И по списку. Да, и по списку. Вот он, узость ума. Вот она, вот она. Потому что ум и разум – это разные вещи. Да. Женщина – разум. У женщины подключен, да, диск. Да. А у мужика… У женщины подключена диск, жизнь, целая жизнь. То есть все возможности, все. А у мужика только вот. И при этом получается, что когда мы идем вовнутрь, то вот этот вот ум, он должен переключиться в режим дешифрации. Да. И потом логически, цельно раскладывать, что зачем надо. Потому что в подсознании, вот, кстати, меня опять-таки удивляет, люди говорят, коллективное бессознательное, да? И наше подсознание называют бессознательным. Бля, да это вы бессознательные. Да, все по полочкам. Там все на уровне кодов 1-0-2, 1-0-2. Троичных, между прочим, а не двоичных. Да. Вот. И все настолько кодировано. И там нету хаоса. Там все структурировано, там все правильно, хаос, там вот все четко. Вот. А хаос здесь. Да. Вот проявленный мир. Хаос. При этом, смотри, хаос, проявленный мир, при этом прописанный по шаблону. Да? По шаблону, да. Перфокарта. Потому что там весь шаблон и там порядок. Но порядок отражается в хаосе. Да, в хаос. Везде парадоксы, вообще, когда... Вообще так понимаешь. В следующей книге, в парадоксальном восприятии, мы конкретно будем давать ракурсы, чтобы по парадоксу человек видел. Угу. Потому что болезни-то по парадоксу развиваются. Да. Все болезни содержат во внутри парадокс. Человек начитается Луизы Хей или еще кого-нибудь, и уже все, он готов. А потом, бум, остреляет по парадоксу. И он не понимает, почему. Я же читаю, я же столько знаю. Вот так, кстати, между прочим, мы с тобой вдвоем друг друга дополняли, всегда дополняем. Всегда, потому что ты с одной стороны видишь, да, я с другой. Всегда. Потом поменялись места. А потом раз поменялись, и вот мы в парадоксе и шли, и вот это и дало целостность, дает целостность. А человек, видишь, не только целостность дала, смотри, все-таки, как ни крути, это игровая карта, это симуляция, да? И на этой игровой карте, когда ты начинаешь выбиваться
за рамки игровой карты, угу. да, ты вылетаешь из игры, то ты становишься видимым в симуляции. Угу. Симуляция может тебя не видеть в одном случае, когда ты компенсированная система, угу. и угу. тогда ты целостная система, целостный элемент, да. который не заметен в системе масштабной, который ты не осознаешь пока. Твоего сознания не хватает осознать рамки масштаба твоего сознания, да? Угу. Рамки масштаба, заметь. Угу. Рамки масштаба. Да, то есть это другой уровень расширения, который пока нам недоступен, пока, да? Угу. Но мы туда стремимся, нам это интересно, осознать и эту часть. Вот. Но ты можешь выходить за те рамки, которые приняты, да? Которые очертаны игровой, очерчены игровой картой. Ты можешь, как только ты за них вышел, тебя система хобана и обратно да, закидывает. Сразу, да, да, да. А нас она не закидывала, потому что выплыла молекула целостная. Да, ты не да. виден. Просто невидимка, да. Невидимка. Невидимка, прошу. Это как они, радикальные, да? Нет. Я не помню, там свободные радикалы или свободные как это радикалы, называется. Свободные радикалы, что-то. На молекулярном это вот уровне они проходят. Да, 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 да. Это как воздух. Да. Как кислород. Да? Как кислород, да. И проникает везде. Везде, здесь. Он есть везде. Смотри, кислород, да. Две молекулы вода, молекулы водорода. Да. И одна молекула кислорода, вода. Две. Относительно одной. Ну ладно, это так. Видишь, как сознание уже на автомате сразу, глубины да. начинает цеплять и раскладывать это поподобие. И поэтому, смотри, если человек один, вот мы друг для друга, нас не было бы один, да? Один человек, он действительно будет заметен, потому что он будет отличаться от всех. Ему не с кем пообщаться на его языке, да. И его, естественно, стирают, вот как и появлялись. Появлялись такие люди, которые действительно несли знания, говорили знания, но их быстро и убирали. Они заметны становились. Заметно. Их можно было легко списать на сумасшедших. А когда есть два, они между собой, у них мир создается между свой собой, мир. Свой мир. Им интересно. И этот мир интересен, он притягивает. И он притягивает. А как строится все? Притяжением. Притяжение. Мир, 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 да. мир, мир. Вот мир, оно, притяжение. А как молекула строится? Притяжением атомов, электронов. Да, точно так же. Суть в том, что вот этот момент разворота человека к себе самый сложный. Человек продолжает да. себе да, лгать. Да, да. И бежать от себя. И бежать от себя. Он бежит, и получается, что когда с ним начинаешь работать, он напоминает человечка, который уперся в стенку да. и тарабанит ножками. Точно. И вот он бежит, 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 и говорит, я бегу, бегу, я чувствую себя, я чувствую себя. А башка при этом в стенке торчит. Угу, угу. И ты так смотришь, жопа торчит к тебе. Класс. И бежит туда жопа куда-то. И бежит, работает, работает, работает. Какие-то практики делает, успевает на 50 тренингов сходить еще куда-то. И все, говорит, у меня башка там, я уже так, я уже устал бежать. Да блин, развернись. Вот когда он уже устал бежать, когда он уже выдохся, когда он сел и так поворачивается, говорит, ну все, больше не могу. Тогда говорит, ну тогда пошли. Пошли. Набежал, набегался. Добежали. Добежал. Добежал. Домолился, домедитировал, да, еще чего-то, да. Ну, ты бежал, бежал, бежал. Тебе надо было авторитеты, гуру снаружи, как мне пишут. Вы говорите, лучше там Пальенко послушайте или еще кого-то послушайте. А вот там был сатья-гуру, еще есть какой-то садгуру, еще кто-то, все гуру, да. И я так читаю, говорю, хорошо, они есть, они молодцы, они классные ребята, я их уважаю, они тоже солнечные молодцы, зайчики. Да. Я осознаю это сознание, которое пускает этих солнечных зайчиков. Да, они да, такой да. же зайчик, как и я. Да. Но мой авторитетный зайчик находится здесь. Да, да. И когда я считаю нужным отразиться, я отражаюсь другого солнечного зайчика. Угу. И мы идем вместе за информацией, как один солнечный зайчик. Угу. И тогда мы можем стать одним большим зайчиком и взять много информации с двух сторон сразу. Мы ее достаем отсюда и раскладываем эту информацию. А другие солнечные зайчики, хотите, пользуйтесь, хотите, не пользуйтесь. Но каждый раз, когда информация проявляется вот в этом хаосе, она его структурирует. И хаос не может от нее отказаться. Даже если он очень захочет от нее отказаться, он уже не может, потому что она уже есть. Угу, угу. И он не может на нее не реагировать. Вопрос растяжки во времени. Сколько времени займет у проявленного хаоса момент, когда он отреагирует на эту информацию? Максимальное 120 лет. Это максимум, да, если считать сейчас точку ноль. Но сейчас точка не ноль. Угу. Потому что приход инфодайвинга, он был предсказан, описан и так далее еще больше 4000 лет назад.
Угу. Вот и все. Даже есть названия, которые упоминались. Очень созвучное слово, сейчас не произнесу, но немножко не так звучит. Но это было. Угу. И получается, действительно, судя по программному обеспечению, есть переход, который должно совершить человечество. Есть подключение следующей видеокарты. Угу. Если ты переходишь сам добровольно и выстраиваешь там то, что ты считаешь нужным, из высоких частот у тебя добавляются новые игры. Угу. Если ты ничего не меняешь, идет перезагрузка, остаются старые игры, всего 11. Они тоже описаны. Да, это как раз-таки сейчас тот момент, когда человек может выбрать, то есть он находится перед смертью своей, да, в этот момент, либо перед следующим днем. То есть, но это надо осознать. Это будет ты смерть, сам выбираешь, или будет следующий день. И чем это отличается? Это отличается, в принципе, отличие и небольшое, если ты осознаешь, да? Потому что и умирая тогда, ты все равно, ты знаешь, что надо сделать, и создашь себе следующую жизнь. Такой, как надо. Ты не просто побежишь тупо из боли в боль, да, а ее создашь. И в то же время, если ты осознаешь, что завтра следующий день, то ты завтрашний день начинаешь создавать осознанно и проживать, вступать в него. Не втекая там, вносясь, а вступать в него осознанно. Не с этих маленьких шажочков ребенка, когда на тебя родители свои программы наложат, да? А именно осознанного, у меня аж мурашки по телу, понимаю сейчас то, что говорю, осознаю. А именно осознанного вступления в новый день человека, который помнит, знает, что ему надо, и действует, идет. Он не учится ходить, а он сразу действует. Он идет, да. Он идет. И это вот на самом деле, знаешь как, наш курс, который будет в субботу-воскресенье, он даст человеку вот именно этот момент осознания, движения. Осознание, движение. Да. И как хорошо, когда это будет своевременно вообще, когда боль совсем маленькая, да, привела человека на курс. Но это хорошо будет, если и привела человека большая боль, потому что в любом варианте, как я и сказала, смерть, да, новая жизнь, либо новый день. В любом варианте. Это вообще это об этом. Это об этом. Кстати, заметьте, с практической работы. Вот у нас есть разные типы мам. Есть тип мам, которые... знаешь, я кого вспомню? Я вспомню Олю, которая из Минска, у которой сын... Сёмка. А, да. Угу. Мальчишка такой классный. Да. Мне вчера прислали звуковой файл, там, как Сёмка проявляется. Это вообще, это чудо ребенок. А помнишь, когда мы начинали работать? Угу. Первая консультация, и у меня было ощущение, что из аута они не выйдут никогда. То есть это было мое личное такое ощущение. Я даже очень настолько глухое спокойно. Было ощущение. Глухое. Глухоты. Глухота, полная глухота. Но при этом мама... она взяла чем? Она взяла деятельностью. То есть это та мама, которая вообще похрен на всех, на все, и она делает. То есть вот... Даже не понимая, что делает. Она не понимает, что делает. Делает. Уперлась. Да. Значит, я что-то не то делаю. Переходит. Делаю. Значит, уперлась. Не то делаю. Не стоит в наблюдении, не ждет. Но она делает. Вот это именно деятельная мама. И ты знаешь, когда я увидела, что все, мы пошли так быстро, результаты. Вот вторая мама, это совсем свеженькая. Ну, их еще много мам таких было деятельных, да? Но вот еще одна яркая мама, это мама Аня с Евстафием. А, Евстафий, да. Евстафий. Мы что же тогда имя сказали? Даже... Артистка Погорелого театра. Да. И там до выхода из аута это чесать и чесать несколько лет. А смотри, 2 месяца. Да. Это вот у мамы огонь, вот это дело. И я когда смотрю и понимаю, вот когда мама идет деятельная,
Пускай она делает, пускай она ошибается, пускай она делает ошибку, пускай еще, но она действует, она идет, действует. Шагает. Она шагает. Вот этот ребенок, стукнулся, упал, пофиг, поднялся и пошел. Да, она шагнула проживать этот мир. Да. Не просто в наблюдении смотреть и спасите, помогите, да, делайте, а она вошла в этот мир. Потому что она входит через действие в мир ребенка, это же ее мир, это ее больной мир. Да. Она проживает этот мир, она принимает этот мир автоматически. Она даже не осознает в этот момент, что она его приняла. Угу. Но она уже в нем. А когда она в нем, и она уже действует, она уже наводит там порядки. Да? И ребенок так смотрит. Да кто-то оказывается. День. И ребенок пошел по ступенькам. И ты смотришь и думаешь, блин, вот и предсказывай человеку, какой он, да? Да, да. Это все зависит от, это полностью от самого человека, либо зависит от матери. Да, 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 да. В зависимости от возраста. А есть мамы, которые, я год лежу, я год смотрю. Посмотрите и вы, какая у меня жизнь, какая тяжелая, как мне больно. Я уже и туда обратилась, тоже и тем сказала, посмотрите, помогите. И тем посмотрите. Но я сижу и смотрю, да, вот объехала, да, объехала. И при этом она все время, она находится вот образно, это вот шарик, который больной, да, ведь ребенок, да. А она находится вот здесь, и она с этим шариком, не входя туда, посмотрите, посмотрите, какой шарик, посмотрите. Я уже и туда этот шарик свозила, и туда свозила. Кстати, показатель. Дельфинотерапию. Тебя дельфин. Ты, блин, ищет. Войди туда, полюби этот шарик, войди в этот мир, это твой мир, это твой, наведи там это порядок. Твоя инвалидность. Да, это наведи порядок. Начни жить с любовью там, с любовью к самой себе. И там любовь родится, там просто родится жизнь. Да. Это принятие своего мира. Это не стыд принять свой мир. Мамки ж поэтому и бегут. Это не мое. Нет, это не мое. Это я не понимаю, почему у меня родился больной ребенок. Я не понимаю. Они ж вот так отказываются. Войди в этот мир. Прими этот мир. Это ты. Это твое зеркало. Да. Так самое прикольное, что вот эти вот действия, когда человек совершает быстро, пускай хаотично, но он меняет мир, он меняет реальность, он имеет быстрый результат. Кстати, да, это так же, как человек, вот четко, между прочим, как человек, как, значит, что-то делает и совершает ошибку, да, то есть он видит, конкретно он совершил ошибку, при этом люди видят его ошибку, а он начинает кричать, это ты виноват, что я так сделал там, или начинает кричать там, что... Да все, я нормально сделала. Но те говорят, нет, там сгорело. И ругаться, кричать, да? То есть вот оно, ложь пошла. И смотри, это то же самое. А ты просто, смотри, как тяжело принять, сказать, ну да, блин, ошибся на самом деле, ну исправлю. Тяжело сказать, лучше накричать, оттолкнуть, нагрессировать, на всех обвинить. А ты скажи, да? И вот она ложь, точно так же. И начинает в этой лжи выкручиваться. Вот точно такое же. Войди, скажи, да. И все, и это легко, и везде легко. Идет расслабление, и идет решение сразу. Так в том-то дело, какие письма мы часто получаем, да, когда вот в процессе работы. Это рабочие моменты, да, это нормально, даже воспринимается уже нормально, когда особенно на начальных этапах мамки пишут, а вот я работала, ну подскажите, где я не дорабатываю? Угу. Работала. А ты так настраиваешься, там такой клубок лжи. Угу. Тебе говорили сделать это, ты сделала. А ты это проигнорировала. Ты это проигнорировала. Да. А зеркало это чушь, я не могу себе в глаза, посмотрите за меня в глаза. Ой, что это за ерунда, да, я стану там, я сказала по списку, когда же говорили, список можно по списку? По списку почитай. Да, вот оно, ты лжешь, сразу видно, это чувствуется. Изворотливость, ложь и так далее. А смотри, вот это последний случай, когда вот первый раз у нас, когда мама довралась, когда сознание ребенка уже запараллелило тело. Да. И понимаешь, и даже... Вот это было вообще... Вот это жестко очень, потому что вот когда осознаешь, что одно сознание сейчас уже находится в двух телах, это же значит ему выбор, либо расщепление, либо... Вот на сегодняшний день у меня даже есть вариант попробовать через солнечных зайчиков перегрузить. Я только хотела сказать, смотри, это то же самое, что осколок стекла, осколок. Он дал трещину. Он дал трещину, да. И уже отражение пошло в другой осколочек за трещиной. А здесь он затухает, он в тени. И вот это об этом. И потом тыц, и все. И этот затух. Смена тела.
Вот оно. Так вот, когда это видишь, понимаешь, ну тебе говорили, тебе объясняли, а ты как врала, так и врала. Угу. А врала почему? Потому что я с ними попробую, но я верю медицине. Да. Мы не тебя кто-нибудь мне помог, кто-нибудь поможет. А да. Тебя конкретно разворачивали, если... и вовнутрь, вовнутрь пошла. Нет, они мне боль причиняют, они там злые. А медицина, она... Облизывает. Да, 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 да. Хорошо, мы тебе боль снимем, мы тебя погладим. Мы тебя, как это... Успокоим. Спи, ребенок. Оденем на тебя сон. Знаешь, как... О, правильно, оденем покачать на тебя коляску, сон. Так. Да, 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 покачаем спи, тебя, спи. Покачаем. Ну, успокоился, ну вот на какое-то время успокоился. Да, полегчало, полегчало. Вот это прямо об этом, да, 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 да. Да. Но не разобрался. А когда ты с медициной, кстати, с медициной, как, если вот медицина с нами, да, это бомба. Такая бомба. Это весь мир перевернуть может. Весь мир. Это... Пятый патент у нас будет медицинский. Угу. Это пятый, но сейчас надо 4. Угу. Три готово, еще надо один. Тогда лекарств не надо много вообще. Там просто, конечно, выровнять сначала надо будет поле. Я прям вот это прям чувствую. И потом совместно это такая... Это вот действительно красота, гармония, счастье. И когда ты человека можешь развернуть в себя в любом варианте. В любом, кстати. В любом, да. Именно разворот, и медицина должна начинаться с того, что человека разворачиваешь и так... Угу. Смотри, что ты делаешь, в себя смотри, угу. Не наружу смотри. Да, так же, как давление, дорогая, кстати, гипертоники, да? Вот когда начинают давление, что делается? Бегут к врачам, им от давления дают таблетки, да? А у него злость фонтанирует. А хорошо, когда попадает, это мы знаем злость, а хорошо, когда попадает такой доктор, который не совсем доктор, да? И он говорит... Почки, он знает суть. Ведь мы все тоже, кто-то хорошо учился, угу. Кто-то плохо, кто-то, как знаешь, как кто-то из интереса чистого угу. Обучается, вот тогда это мы говорим от Бога, да? Угу. А кто-то просто потому что надо так, да, обучается. И вот эта разница. И вот тот, кто как от Бога, да, говорят, вот тот говорит, давление отлично. Давай мы твои почки посмотрим, пролечим почки. И давление у человека... И уходит всего лишь, да? Но а мы-то понимаем, что это злость. Злость. Давление – это злость. Чайник вскипел, вот он да. Уже снаружи. И вот теперь, да, и вот теперь медицина и мы вместе. Направление внимания куда надо, и все. И чайник не будет кипеть. И развернуть вот этот момент человека в себя, включить чувства, перейти вот эту черту позволения себе – это сложно. Угу. Но я предлагаю, вот на этом курсе мы мало того, что переведем, ткнем и засунем, угу. Да? Потому что первое, это, знаете, как, кстати, описано у Кастанеды по образу подобию, когда человек стоит на горе, это самый высший пилотаж, и его толкают, и он не разбивается, да? Есть такой эпизод, такой мистический, как мистический опыт. Так вот здесь то же самое, толкнуть человека в себя, с горы внешнего вовнутрь. Ты подтолкнул, человек пошел внутри, он услышал себя, он почувствовал себя, он прожил все это на себе, он научился различать, и дальше у него остается запись вот этих вот тренировок, угу. Которые под запись он может делать. Потом ему надо будет отказаться от записи, научиться да. Все делать самостоятельно, да. Чтобы вообще да. Наш голос нигде не звучал. Да, да, да. Мы для него ни гуру, ни авторитеты, никто. Мы всего лишь указательные знаки, да. Которые таблички на дороге показали, туда иди, и ты иди. Потому что ты своими ногами будешь идти. А вот. И все. И человек дальше пошел в себя. И дальше, дальше. Дальше он идет. Дальше, в принципе, вся дорога у нас описана. Написана в книгах и в курсы, курсах. Погружение наши, практикумы, коллективные. Книги, наши книги и курсы. Это на самом деле бомба. Путь. Путь к самому себе, который ты хочешь, искренне хочешь себя вот знать, вернуться к себе самому, пройди этот путь. Ты свой путь откроешь, но пройди вот этот путь. Вот у тебя есть путь к самому себе. Клубочек, как Баба-Яга дает клубочек. Куда клубочек покатится, туда иди и придешь к самому себе. Придешь к Кощею Бессмертному. Придешь к бессмертию. Бессмертию. К осознанию своего бессмертия. И найдешь там премудрую. Мудрость. И любовь. Ты найдешь и любовь. Ты найдешь себя. Ты станешь целостным. Угу. Меня аж мурашки по телу. От этого. Это об этом. Вот просто начни хотя бы с книг. Начни с книг. Втеки в эту. Для себя осознай, что это, о чем это.
Найди вот это, и у тебя уже откроется. Жалко денег, возьми практикум и коллективное погружение. Они копейки стоят, втеки в это. Начни практиковать, ты увидишь, как изменится жизнь. Да. Ты увидишь, как у тебя появится интерес, как на интересе ты начнешь зарабатывать. И ты увидишь, что у тебя это все отбивается легко, когда главное, ты искренне. Идешь искренне. Главное, открыто. Искренне. Даже один наш какой-то практикум или одно коллективное погружение для новичков, оно уже... Родник. Родник как родник, сознания. Вот именно чистое сознание. И, кстати, открывает. Благодаря этому чистому сознанию это не мы вот втекаем это, в социум. Это не вот это вот молитва, либо медитация, да? Это неосознанный выход, то есть неосознанный наружу выход. Браться. И действительно, тогда действительно можно, мы это знаем, почему. Можно говорить, как они говорят, когда медитируешь, ты смотри, потому что могут и там быть плохие, что-нибудь там тебе подцепить можешь. Ты будь, следуй. Ищи страхов нацепляю. Да. Заволок в себя. И мы знаем, почему, да. Вот, а здесь наоборот, ты в себя идешь, в себя любимого. Кстати, когда были самые первые погружения, это уже из воспоминаний, когда только-только вот открыли мы эти парасомнамбулические состояния и не пошли даже дальше еще за них, да, когда вот этот вот у нас шел пассивный парасомнамбулизм, пока мы не вошли в следующие стадии. Так вот, первый вопрос, который часто-часто звучал, люди говорили, а вдруг я там встречу черта или там беса, а вдруг там сатана на пути встретится. Или какие-нибудь там чертики, ну да, ты говоришь, да, черт, и да. Я демоны там, и я все время ржала, говорю, ну если у тебя он есть, так ты с собой познакомься, значит ты демон, сатана, блин, черт. Да. Приятно познакомиться, да. Жму твою лапу, блин, копытца. Что там у тебя еще? Что там у тебя еще? Хвостик твой. Давай на пальчик накрутим хвостик. Ой, ну, да. На самом деле, страхи, на сознании страхи, вот страхи. Этой вот херни очень много у человека. Потому что страхи. И страхи действительно уводили человека от самого себя и набрасывались, еще больше этих страхов туда набрасывалось. Это же, на самом деле, управление за счет страха. Вот смотри, мы вчера, позавчера там комментировали ролик вот этой вот женщины, я не знаю про ее интеллектуальные способности, которая вставляет лабуду от инопланетян. Да. Которая говорит, а потом три слова скажет там или четыре, и потом какую-то лабуду, да, как она там, не помню даже, какие-то там слова, в общем, что-то, не помню даже. Ну, не повторишь, да. Но в любом случае, бешурмоту, она это, бешурмоту, да, и вызывающая бешурмоту. Да. Так вот, вот эту бешурмоту людям, ну, конкретно гадит в голову, да? Она гадит в голову. Кстати, заметь, гадит в голову кому? Самой себе не осознает это. Ведь ей же потом родиться вот с такой вот засранной головой. Бешурмоты, да. С этой бешурмотой, с блевотой в голове. И, кстати, когда вот говоришь с блевотой в голове, ведь это же имеет даже материальное подтверждение, когда, ну, для нас материальное, когда мы входим человеку в глаза, что там идет? Впечатление и все то, что было в инкарнационном цикле, потому что оно осталось непереработанной из прошлой жизни. Все, что он наплевал в свой колодец. Перетекло. Все плевки остаются. Если ты туда нагадил вот так, это ты в блевоте в этой проснешься, там у сути места не будет. И ты просыпаешься, и, конечно, там что будет... Что ты себе накидал, все остальное. В этом ты и родишься. Ты в этом и родишься. Ты в этом проявишь. Ты сегодня думаешь, что ты обманул весь мир, но на самом деле ты обманул самого себя. Да. Потому что это все твои солнечные задачи. И поэтому вот эта ложь, которая изворотливость, которая витает в мире, пора, это все бегство от себя. И при этом в этом же и рождаемся, да? Да. Проживаем в этом. Развернись к самому, стань искренним сам с собой. Какой закон мы всегда говорим? Единого как? Одно я, одно мы. Одно я, да. Поступай так, как хотел бы, чтобы поступили с тобой. Или не плюй свой собственный колодец. Да. Придется напиться. Это все вот об этом. Так вот, смотри, как внешне. Вот у человека только, и тут же так, и находятся те, кто этого не понимает. Да. И тут же человек уже уходит с заполненной головой. Да. Чужими мыслями, чужими идеями, чужими представлениями. Да. Да даже элементарные вещи, как люди начинают бизнес. Вот у человека осенила гениальная идея. Да? Вот вспышка. И человек понимает все.
первое, что он начинает, вместо того, чтобы заткнуть рот и быстро начать действовать, неважно, что ты будешь делать. И это не то, что заткнуть рот, скрыть, да? Нет, ты просто знаешь для себя, и тебе всю интересно, ты пошел туда. Вот как у той мамки, которая делает, и имеет результат. А он идет, я с тем поговорю, мне важно то мнение, а как к этому отнесется этот человек. И набрасывает сам себе препятствий, набрасывает проблем себе, и потом их проживает. Вот он, сборка. Да. Неосознанная сборка себе чужого мусора. Мусора, да. Чужих ограничений, чужих представлений точно. И так далее. Это все неверие себе. В Инстаграме мне понравился, я не помню, кто там ролик был, молодой человек говорил, что две лягушки на Эверест пытались забраться, и одной все говорит, не допрыгаешь, не взберешься, а вторая начала прыгать. И она взобралась. А чего она взобралась? Она глухой была. Бомба. Класс. Точно. Вот оно. Вот это об этом. Оглуши сам себя, да, иди. Не слушай никого. А на самом деле, закон материализации. Слушай себя. Чувствуй себя. Осознавай себя. И то, что ты чувствуешь в себе, слышишь в себе, осознаешь себе, то у тебя в жизни проявляется. Заметь, тут нету места визуализации. И, кстати, когда мы впервые это сказали, что в психике визуализация не работает, меня закидали тухлыми яйцами в комментариях. Ребята, тренируемся дальше. Это у вас внешнее представление. Сходите в себя, и вы найдете правильный ответ на этот вопрос. Не просто так звучит, сперва было слово. И с этого все начинается. С этого начинается материальный мир. Вот этому мы и будем учиться на курсе. И, кстати, надо будет обязательно дать базовую психотехническую базу, чтобы людям этот курс остался интересен. Интересен в каком плане? Я вспоминаю себя. Что нам было интересно, когда мы только вошли в инфодайинг? Мы же занимались всякой херней. Нам было интересно брать информацию с кого ни попадя. Да? То есть мы лезли во все дыры. Мы были искренне как дети. Интересно. Да, как дети. Мы везде этот интерес. Вот у ребят должно остаться то же самое. Те, кто придет на этот курс, у них должен остаться интерес, чтобы они залезли в кого угодно, получили информацию и тащились. Но они очень быстро поймут, что чужая информация неинтересна. Неинтересна. Что интересен сам. Только ты сам для себя. Но они должны это осознать сами. Они сами к этому придут. Достаточно 2-3 погружений, когда уже можешь, и вдруг так садишься. Какая разница, полезу я в Ленина, в Сталина, еще там. Зачем мне это? А зачем они мне нужны? Они вообще не интересны, трупы эти. Вот. И вот следующий момент, это момент властителя Вселенной. Как-то так пальцы расставляются, да? Я не знаю. Вот так, наверное. Властители Вселенной. Да. Так вот, властители Вселенной компенсируются очень быстро. Даешь минимум психотехник с первой платформы, и человек начинает тренироваться на управлении погодой и природой. Да, и такая, скажи, когда мы кайфовали. Властитель. А между этой фазой и реальным управлением природой и погодой, на самом деле есть очень большой разрыв. Да. И этот разрыв, он огромнейшая пропасть. Но сам факт, что на одну сторону пропасти подвести надо. А пропасть они потом преодолеют сами, и потом, когда придут к тому моменту, когда они действительно будут осознавать, что когда мне что-то надо, у меня это есть, да, но это мне реально надо, это надо мне, а не для того, чтобы я почувствовал состояние властителя или показал кому-то, как я крут, да, это разное состояние, и речь идет в данном случае об управлении состояниями, да, вот эти развлечения, они приходят уже в умиротворении, в успокоении, когда уже наигрался, А наигрался это еще когда у тебя за спиной тысячи консультаций. Поэтому в инфодайинге так или иначе они будут консультировать людей, они еще этого не понимают. Но им же надо будет на ком-то тренироваться. Будут. И либо консультировать, либо тренироваться друг на друге, либо там на животных, либо еще на ком-то. Они будут тренироваться. Инфодайинг это система тренировок, и никуда ты от этого не уйдешь. Это не манна Господня, которая на тебя свалилась. Это тупо с утра до вечера ты тренируешься. Каждую ночь мы с тобой продолжаем тренироваться с вечера. А как интересно нам. А как интересно. Как нам интересно, скажи. А как интересно корректировать, когда ты уже знаешь, вот эта инфа пошла. Да. А ее можно заменить. И ты ее меняешь. И ты знаешь, когда это. И ты меняешь. И видишь это. И видишь результаты. И потом ходишь, ест. Но это уже не о властителях Вселенной. Это о счастье. О счастье. Это просто о счастье. Именно о счастье. Это просто кайф.
И всегда начинаешь с себя, правда? К себе. К себе, только к себе. И нету варианта, ой, там вот это случилось, значит, я в это влюблена. Да-да-да. Так, это о чем для меня? Угу. Интересно да? мне? Ну, если интересно, хорошо. Не интересно. А помнишь, вот это даже последнее, была история, вот когда цену увеличили, да? Чуть-чуть. И еще чуть-чуть. И вот я вижу в реальности, у меня чуть-чуть возрастает цена, да? И первый вопрос, а это мне о чем? А что это для меня? И такой родовый слой, родовый пласт, который проявлялся в жизни и у меня, и у моей сестры, и у моих детей. Угу. И мы не замечали. А всего лишь вот еще вот чуть-чуть, дай сверху чуть-чуть. Казалось бы, чуть-чуть, да? Чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Да. Вот эта фраза. А это целый родовый пласт. Конечно, благодарность этим ребятам. И тут же раз, и ситуация развернулась. Не надо вам, не надо чуть-чуть, все будет так, как договорились. И все выводится в благодарность. И все в благодарность. Все выводится в штиль. Красивый. Но ты всегда осознаешь да. себе, зачем тебе это. Да, да, да. И это ты не придумаешь от ума. Угу. А у тебя изнутри поднимается информация, она поднимается пластом, и ты, чем глубже ты уходишь, тем больше ощутимее эти пласты. Угу. И они влияют на твою семью, на твои семья. Угу. Семья, да. И все семья в это время трансформируются. И все семья в это время уходят в свет. И вот тебе ребята, которые говорят, у меня там с родителями не сложилось, у меня там они такие, сякие, меня недолюбили, угу. они виноваты и так далее. Или там свекровь плохая, или еще угу. кто-то. Ребята, семья. Угу. До прабабушки угу. и до правнуков. Угу. Вот это все ты. И здесь не может быть дисгармонии. Вот ты даже руками показала. И да. это же все ты. Да, и если здесь есть дисгармония, то она здесь. Да. И да. ее надо убрать здесь, и тогда вот это выстраивается. Угу. И тогда здоровые дети, и тогда у тебя здоровая инкарнация. Почему здоровая инкарнация? Потому что ты перетекаешь внуков или правнуков. Да, да, да. да. Потому что это твои точки перетекания чаще в правнуков. Угу. Это да. твои точки перетекания. Да, да, да. Это для тебя. Ты сам себе выстраиваешь путь. Вот мы говорим, свет в конце тоннеля. Так вот, тоннель выстраиваешь себе, чтобы у тебя всегда был свет. Это да. вот об этом. Да, да, да. Ты делаешь этот свет. Это будет, этот тоннель будет канализационная труба, да? Да. Или световой поток. Световой поток, чистый. Но это делаешь полностью ты. И тогда тебе не надо говорить, Бог, за что ты меня покарал? Да, он никого да. не карал. Угу. Ты сам это выбрал для да. себя, прожить как опыт, для того, чтобы измениться. Потому что Бог – это ты. И фраза «Ой, ваши бы слова да Богу в уши». Кто тут ну, Бог? Так открой уши, открой уши и услышь. Тебе Бог, об этом да. говорят. Да, да, да. Тебе об этом. А раскрывай ушки. Они же у тебя не такие, как у этого товарища из Австрии. Блин, забыть не можешь. Я люблю, когда я замечаю какие-то физиогномические особенности, особенно когда я знаю, как они должны быть проявлены в социуме, да, это веселая игра. На самом деле это просто невероятная игра. Я вообще люблю жизнь, это невероятная игра. И здесь столько вот мелочей. Знаешь что, когда ты знаешь вот этот прописанный шаблон, когда вот ты, этот, да. да, и вот тогда ты его просто можешь читать. Да. да? Потому что люди не осознают этот шаблон, и они по нему действуют, и действительно он проявлен, этот шаблон. Он уже отпечатывается, он прям вот, да, в каких... А ты просто читаешь и знаешь заранее. Как да, это все да, будет да, как, потому что изменение, отклониться невозможно человеку, да, он не, отклонение это идти в себя, а человек в себя не хочет идти, поэтому он идет прям по прописанному ему пути, точечка здесь, точечка здесь, да. сейчас январь, завтра февраль, там, и пошло. Да, 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 да. Так что давай на этом курсе мы уведем человека в себя, угу. Развлечение состояний, развлечение эмоций, развлечение реакций, тренировки на это. А после этого мы переходим к психотехнической базе, которая связана с его структурами личности, потому что человек должен знать, как формируется его личность, на каких переотражениях. Угу. Ему же кажется, что он вот такой вот пришел, а на самом деле это солнечный зайчик. И угу. если ты даже будешь менять в реальности, ничего не изменится, поэтому люди не меняются, меняются в зазеркалье. Угу. И надо осознавать, как формируется эго, как формируется ум, как формируется высшее я. Когда человек это осознает, он осознает вот этот блок программного обеспечения, который находится в нем, и он может с ним работать.
И тогда этот блок надо разложить, и человек должен его осознать. Да? И когда мы эту часть осознали, сделали, следующий блок – это автоматическое подкачивание вариантов, и следующий блок – это управление, это компьютер. Угу. Это, ну, процессор человека. Угу. Да? Вот угу. Эту часть, если мы берем по психике, ее надо будет дать на первом угу. курсе. Но самое главное, на мой взгляд, это вот действительно развернуть и толкнуть в себя. Именно толкнуть, чтобы человек полетел туда. И при этом программа ума, она замолчала, но она осталась включенной в управляемом режиме. Это одна из самых сложных задач. Угу. Потому что отключить программу ума легко. Концентрация внимания, 5 минут, и ты вырубил угу. ее. А перевести в режим дешифрации – это сложнее. Вот эти моменты управленческие мы даем. Потому что, когда я думаю насчет повторения обучающих программ, которые у нас записаны на видео, они не имеют смысла. Не имеют смысла. Они есть уже. Они есть. И там вложен наш интерес. Тот интерес, когда мы шли, когда мы. И мы это же бесценно. Да. Это бесценно, да. И сегодня повторить так, как мы тогда давали, мы и не повторим этого. Но и не пройдя этот путь, человек не придет туда, куда мы прошли. Ты не вырежешь кусок дороги. Да. Там, да. Вот я от Борисова до Орши не еду, а так все-таки я еду на Москву. Да, да, да. Нет, без Борисова и Орши не будет Москвы. Угу. Точно. Поэтому вот этот вот кусок. Эти два дня, они будут именно человеку. Настроечные. Да. Разворачивающие, настроечные. Поэтому это и начальный курс. Это предподготовка к инфодайвингу. Люди, кто ожидает гипноза на этом курсе, будут разочарованы. Гипноза не будет. Весь гипноз описан в наших книгах. В частности, управление восприятием. По-моему, я сделала одну из самых крутых выжимок. Там как конспект. Как конспект, да. По гипнозу. Если человек соображает, вообще книг. Да, если человек соображает, то ему не надо перечитывать тома Кандыды или еще кого-то. Где там много выжимка. Воды. А здесь выжимка. Заметь, благодаря кому я сделала эту выжимку? На самом деле, благодаря встрече с Петром Андреевым. При всем том, что ездил очень много гипнотизеров классных, и Османов, и Иванов и так далее. Там куча фамилий, с кем знакомы, с кем лично работали, с кем у кого училась. Но вот эта вот выжимка, вот люблю людей с военной выправкой, блин, вот просто откликается. Как Андреев сделал выжимку со всего гипноза. В три курса положил, даже НЛП разложил на лопатки, именно речевую часть, та, которая нужна, именно нужна, чтобы тебе не надо было заучивать все наизусть. Да? Угу. И как он это все выжил и разложил. И получилось, вот он весь гипноз. Я просто многие вещи, то, как я видела, осознавала, еще дожала, да, дофильтровала. И в этой книге там все систематизировано. Я не повторяла Андреева. Я сделала ту выжимку, которую считают для здравомыслящего человека минимально необходимой для того, чтобы ты мог все, что ты захочешь. А дальше, если ты уже захочешь изучать гипноз как искусство, пожалуйста, я думаю, что здесь и Разыграев подойдет, и Османов подойдет, и Гена Иванов подойдет шикарно, и Антон. Тут очень много людей, кто тебе подойдет, с кем ты можешь взаимодействовать. Очень много хороших артистов сегодня, гипнотизеров, даже если они себя называют научными деятелями, очень хороших психотерапевтов, именно вот как Ильман Османов, он же вообще крутейший психотерапевт, да? Это выбор человека, но это снаружи, это в игре. Да. Это ты играешь в чужой игре, ты не хочешь разбираться с собой, и ты сидишь снаружи. Ты в ловушечке. Ты в ловушечке. Если ты хочешь разобраться с собой, то кроме инфодайинга ничего нет. Ты идешь в себя и разбираешься с собой. И тогда ты не играешь в регрессивный гипноз, не играешь в предыдущие жизни, придумаешь. Не выносишь на них ответственность, не выносишь ответственность на расстановки и на все остальное. Ты просто идешь в себя, встречаешься сам с собой лицом к лицу и разбираешься сам с собой. Все. И тебе ничего больше не надо. И мы тебе не надо. Мы тебе всего лишь послужили дорожными указателями. Да. А топать ты будешь сам. Все сам. Кстати, взаимодействие с нами начинается с самостоятельности. Когда мне задают дебильные вопросы на тему, а где найти, а сколько заплатить, а может поторгуемся, как а может часто, что-то делаем, как часто и все такое. Да. Я понимаю, не готов, иди гуляй. И сам. Ну, у меня муж говорит, ну как же, это же твои клиенты. Нет, это мои солнечные зайчики. Да, 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 да. Если я к ним буду относиться как к клиентам, они так и останутся беспомощными, безрукими, безногими, безмозглыми. Это задача. Я буду видеть руки, саму себя без рук, без ног, да, я не хочу видеть такую рассыпанную. Нет, нет, да.
Я хочу видеть человека, я хочу видеть личность, да, я хочу видеть Бога. Точно. 100%. Я хочу видеть в людях отражение Бога. И поэтому мы и работаем, поэтому мы и инфодайинг этот развиваем. Угу. Потому что хочется видеть в отражении Бога. Тогда мы боги. И когда если ты видишь в отражении какаху, то ты какаха. Вот и все. Угу. Поэтому мне с аутизмом уже все меньше хочется работать, на самом деле. Я уже ухожу от этого далеко и безвозвратно. Я не хочу работать с аутизмом. По сути, аутизм у нас уже проложен, знаешь, как я бы сказала, если у нас уже... Алгоритм для того, чтобы создали лекарства. Мы создали лекарства. От аутизма, на самом деле. Да. Все. Наши книги и наши курсы, если мать с отцом проходит этот путь, они выходят из аутизма сами. У них есть лекарства, у них есть дорога. Да, у них есть путь. Можно даже без нас. Угу. На самом деле, и поэтому нам уже неинтересно становится эта тема. Да, она исчерпала себя. Все написано, все описано. Все. А кстати, вместе бери с этим иди. И другие заболевания. Сейчас интересно соединить это с медициной. Угу. Вот это интересно. Я думаю, что да. У нас сейчас об этом пойдет. И сейчас интересно это соединить с бизнесом, с проявлением. Потому что бизнес интересен чем? Он интересен тем, что деньги захватывают все параметры бытия. Угу. А это значит, они втекают абсолютно в любую точку реальности. Точно так как же, как, да, как кислород. Как кислород, да. И так, поэтому деньги отражаются в психике под чувствами, да, этой сеткой под чувства. И получается, что если в этой проявленной реальности идти с бизнесом, то здесь можно внести заметные коррективы в развитие цивилизации. Цивилизации, да, цивилизации. Знаешь, если бы сейчас сидел рядом Белоусов, чтобы он сказал: девчонки, как только вас выносят в космос, это шизофрения. Люблю Ефимыча. Но заметь, вот я упоминаю много фамилий, говорю о людях, они все для меня не авторитеты, они все для меня родные, любимые люди. Они такие же, как я. Благодаря им благодаря ты много чего. Им, да, состояние просто искренней благодарности. Угу. Но они ровно такие же, как я. Угу. Все. Точка. Угу. И вот это баланс. Да, правда, правда. И тогда информация для тех, кому инфодайинг интересен и кто действительно готов отправиться в путь в глубины себя. Суббота-воскресенье 30-31 октября. Мы проведем курс для начинающих, для тех, кто хочет войти в инфодайинг, для тех, кто хочет почувствовать, развернуться и начать возвращение к себе. С 19 до 22 часов, 2 дня, мы будем работать с вами с платформы Subretion, subretion.com. Курс для начинающих. Приходите. Приходите. Работа онлайн. Пойдем к себе.